Дню Победы готовятся больше полугода. Во всех районах курорта фронтовиков регистрируют на получение единовременных выплат к 9 мая. Денежный бонус к празднику поступит на счет всех сочинских ветеранов, а их сейчас около 6 500. Тем, о ком не могут позаботиться родственники, отремонтируют квартиры и благоустроят придомовые территории. Этими вопросами занимаются администрации районов и местные предприниматели. К тому же участников войны уже начали размещать на отдых в санатории. Есть необходимость, человек хочет получить оздоровление до победы. Надо ему такую возможность предоставить. Слава Богу, у нас город-курорт, санаторий работает круглый год теперь. И возможности у нас есть. И более того, есть и понимание со стороны руководителей наших здравниц. Все мемориальные комплексы курорта ко Дню Победы обещано отреставрировать. На это из городского и краевого бюджетов выделено 44 миллиона рублей. К тому же город узнает имена тех героев, которые 7 десятков лет оставались в забвении. Благодаря поисковым работам удалось установить фамилии ранее неизвестных солдатов, похороненных в Сочи. Всего 1414 фамилий, никогда никто такую работу не сделал, сделали сейчас. Наши архивисты, архивариусы, наши общественные организации, наши музейные работники, все большие молодцы. 1414 фамилий, из них 1200 будет на основном мемориальном комплексе за вокзалом. Мемориал павшим воинам уже находится на реконструкции. Решение, каким будет финальный штрих в новом дизайне памятника, принял участник Великой Отечественной войны Петр Мороз. Мэр попросил у ветерана совета, каким должен быть основной цвет комплекса. Какой лучше? Или вот при такой цвете, то есть ну, коричнево-красный, или все-таки вот такой? Серый. Также фронтовики заранее смогли оценить открытку и юбилейную медаль, которую вручат им к 9 мая. Ветераны признаются, этот день они не только приближали как могли, но и ждут теперь с особым нетерпением. Конечно, для нас он – это большой праздник. Это наша юность. Это наше созидание период послевоенного периода. Мы отдали все для того, чтобы жить хорошо. В этом году праздновать День Победы Сочи будет не только 9, но и 8 мая. В первый день запланировано возложение цветов к стеле «Подвиг во имя жизни», а также шествие «Свеча памяти». Основные торжества пройдут 9 числа. Во всех районах курорта запланировано более 312 мероприятий. К маю должен преобразиться и сам город, высадит еще больше цветов. Кроме того, ко Дню Победы курорт очистит от рекламы. Вместо нее на баннерах и щитах установят более 300 фотографий сочинских ветеранов. Портреты героев должны появиться на улицах уже в конце апреля. Ну а ближайший праздник, в котором также примут участие ветераны, пройдет уже 23 февраля. Правда, в связи с реконструкцией мемориала, возложение цветов состоится не там, а у памятника «Подвиг во имя жизни» возле парка Ривьера. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.